Научные оппоненты министра культуры Владимира Мединского не согласны с его гражданской позицией, потому и критикуют его диссертацию. Об этом заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В октябре экспертный совет Высшей аттестационной комиссии большинством голосов, напомню, рекомендовал лишить министра культуры Мединского степени доктора исторических наук. Но это лишь промежуточное решение. Последнее слово за президиумом ВАК. Его заседание запланировано на 20 октября. Что касается там, дискуссий и споров вокруг его диссертационного исследования, мне представляется, что его оппоненты, прежде всего, не согласны с его такой открытой общественной гражданской позицией. И я считаю, что недопустим избирательный подход к ранее принятым в законном порядке решений. Ведь Владимир Мединский всегда открыт к дискуссии по научной проблематике, по существу вопроса, чего, наверное, нельзя сказать о всех его оппонентах. Думаю, что всем нужно успокоиться и соблюдать такт. Я уверен, что и Президиум Высшей аттестационной комиссии, Министерство образования и науки России примет разумное и взвешенное решение.